Завтра-то я могу прийти, если что, мало ли у меня что-то изменится. Девушка. Я вам говорю, нет, завтра я вам уже не разрешу. Если мне супервайзер разрешит, то тут безопасность, пожалуйста. В смысле, а если вот я зайду, и что вы будете делать, если я, например. Вызовите охрану. То есть я вот стою у вас там в коридоре, заряжаюсь. Вот там номер телефона супервайзера, позвоните ему, узнайте. Если он вам разрешит, я без проблем. Я на бомжа не похож. Вы же не покупали я тут. Я согласна, но вы не можете ходить ко мне как на работу, каждый день заряжать. В смысле, я сегодня только второй день пришел зарядить. Ну, я согласна, но есть эти другие, это глупо смотрится даже, с другой стороны. Мне вот, я вам говорю, просто мне зададут вопрос, я придет мне писать объяснительную, почему вы ко мне каждое утро ходите? Нет, ну я же стою в коридоре, девушка. Откуда я знаю, чем вы там стоите? Может, вы образно обсматриваете? Может, вы меня ночью оборуете? Я же не знаю вас совершенно. То есть я не имею права зайти, вы просто воткнуть в розетку в коридоре у дверей нет, там? Нет, у нас нет. Ага. Я говорю, звоните, пожалуйста, узнавайте. Если вам разрешат, я, пожалуйста, хоть вижу. Звонить куда? Супервайзер позвоните. Супервайзеру позвонить. Так, ну, смотрите, вот я завтра прихожу, захочу зарядиться. Вы что вы будете делать? Вы вот сегодня делать? Зашли, вы даже меня не спросили, можно я заряжусь? Я вот у вас сигареты здесь покупал, сигареты. Ни слова не сказали, вы купили сигареты? Нет, во-первых, там, смотрите, там... Там наша собственность, это наш магазин. Вы купили сигареты, и вы подошли, слова мне не сказав, стали заряжаться. Девушка, я купил сигареты, сказал, я пойду, вчера я к вам подошел, с вами познакомился. И спросили, можно зарядиться вчера, но не сегодня, не завтра, не каждый день вы ко мне вот так будете ходить заряжаться. Вот я сейчас не имею права не выйти снег, не почистить, а у меня намело все крыльцо, потому что стоите вы тут. В смысле? Из-за меня намело? Ну я же не... Нет, вот намело снег, мне сейчас надо выйти и смести. Да. А стоите вы в магазине, я не имею права покинуть магазин. Так вы мне скажите, я выйду хорошо, хотя вы мне не имеете права так говорить, потому что это как... А, я должна выйти, а вас оставить в магазине. Нет, это же, как вам сказать, это же не частная собственность, вот не квартира, а магазин. Номер телефона, позвоните ему, если он вам разрешит здесь заряжаться каждый день без проблем. Нет, ну я вот просто встал, может, я жду кого-то. Вот я вам просто говорю, девушка, то есть, у него разрешение. Я не имею права даже кого-то просто вот стоять и ждать, да, вот заряжаться. Ну извините меня, не 2 часа же вы должны находиться в магазине. Какие 2 часа? Ну час, хорошо, час. То есть час я не могу вот кого-то... Вы уже 2 часа находитесь в магазине. И что? Вы считаете, сколько времени здесь нахожусь? Нет, но это же подозрительно для нашей службы безопасности. Вы не можете здесь столько находиться, просто стоять только вот там. Откуда я знаю, что вы стоите? Заряжайте телефон или обсматривайте в магазин. Я же не знаю, я вас совершенно не знаю. А мне зададут такой вопрос, говорит, скажи, на каком основании у тебя человек стоит там 2 часа? Ну, не знаю. Я вот, например, в Дикси подходил, заряжался, я вам говорил. Мне ни слова никто не сказал. Почему ты здесь стоишь? У нас другая служба безопасности, и у нас другие... А что у вас, Бристоль, да, служба безопасности какая? Я говорю, вон там номер телефона супервайзера, звоните, узнавайте, разрешит он вам без проблем? То есть я вот здесь вот не могу, да, находиться, как? Просто здесь вот в коридоре? 2 часа нет. 2 часа нет, хорошо, а сколько я здесь могу находиться? Подзарядить чисто, ну минут 15 хотел, подзарядить телефон. За 15 минут вы считаете, телефон может подзарядить, или я кого-то жду, может, девушка. Просто мне 2 интересно. Часа? Вы вот издеваетесь надо мной, вы кого-то ждете 2 часа. Вы просто... Может, я погреться зашел, может, на улице зима, может, холодно. Ну, а что, нет, вы время засекаете? Я вам говорю, номер телефона, я человек подневольный такой, что сижу, вон номер телефона, звоните, узнавайте. Если он мне сейчас даст добро, скажет, Наташа, пусть этот человек ходит и заряжается здесь. Я без проблем, мне хоть стоите. Я же не у кассы вот я у вас здесь, сказала. Девушка, я же не вот так вот не у кассы здесь стою, правильно? Понимаете, вот так вот. Я вам объясняю еще раз, звоните, спрашивайте разрешение. В смысле разрешить? То есть это в нашей стране я еще должен, чтобы постоять в коридоре, в общем, можно сказать, на улице почти, подзарядиться. Я еще должен звонить и спросить разрешение. Это вот магазин, не ночной клуб, где... Вот именно, там ночной клуб. Вы там можете находиться хоть всю ночь. Заряжаться, что-то делать, что-то без разницы. А вас как, извините, зовут? Я позвоню, скажу, что с вами беседую. Администратор магазина. А по имени как? Наталья. Наталья? Mm-hmm. Администратор магазина. Магазин Бристоль, я правильно понимаю? Хорошо, Наталья. Друзья, вот здесь вот я заряжался. Наталья, а где номер вашего этого администратора? Можно мне? Жена никуда не идет. Такое отношение к людям. Вот. Ага.
То есть я могу позвонить, да? И можете мне... ему позвонить, он вам все объяснит. Потому что это... у нас нельзя пользоваться. Девушка, я вот здесь стою. У нас нельзя пользоваться, я вам еще объясняю, нашими розетками. Я только сейчас с ним разговаривала, я еще получила за вас выговор. А, то, что какой-то бомж пришел, да? Может, я девушку стою? Можете позвонить и узнать. Я вам сказала, еще раз придете, будете заряжать, я вызову милицию.